Всем привет! Это новости из Турции. В Турции произошла серьезная авария. 6 человек погибли, 25 пострадали. Трое из них – наши соотечественники. Сегодня в Турции перевернулся автобус с пассажирами. Жертвами аварии стали по меньшей мере 6 человек, в том числе один ребенок. Еще 25 пассажиров автобуса получили травмы различной степени. Трое из них – россияне. Пострадавшие на данный момент госпитализированы. ДТП произошло на трассе Кыркларили, Стамбул. По предварительным данным, водитель автобуса, направляясь в курортный город Бодрум, в какой-то момент потерял управление. Точные причины произошедшего пока неизвестны. Сейчас на месте работают экстренные службы. Переходим к следующей новости. Отпуск в Турции обойдется россиянам в половину дороже прошлогодних цен. Спрос на путешествия в страну превысил предложение. Турция этим летом стала абсолютным лидером по направлению отдыха россиян. 53% всех продаж туроператоров приходится именно на эту страну. Этот год стал триумфальным для курортного государства. Спрос на отдых в Турции превысил предложение. Около 6 миллионов россиян планировали отдых на турецких пляжах, но в итоге осуществила планы всего лишь половина. Из-за спроса, превышающего предложение, средняя цена тура на неделю на двоих выросла со 115 тысяч до 172 тысяч рублей. В Level Travel отметили, что средний чек на туры в Турцию этим летом оказался на 174% выше, чем на российских курортах, на 27% выше Египта и на 12% выше Арабских Эмиратов. Большее количество россиян, 35%, стремятся в Анталью. Недалекие от нее Кемер предпочитают 28% отдыхающих. Древнейший город Сиде – 20%. Муглу – 9%, Белек – 6%, и лишь 23% россиян предпочли отдохнуть на российских курортах. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч!